Всем привет! По многочисленным просьбам хочу снять видео исключительно про Пипу. Вот, разбудили старичка. Хотела показать, что он... Ну как же без тебя снимать, да? Ну вот как снимать без Ники? Ну это просто камеру берешь в руки, она тут как тут, модель. Да, спал наш старикашка, спал. Он не особо любит, когда я лезу к нему в гамак, и когда я у него делаю уборку в гамаке, он может меня укусить, но он это делает просто так. Такой кусь, достаточно сильный кусь. Ну, конечно же, всегда без крови. Просто говорит, отвали. Не лезь в мое жилище. Сонный Пипка. Смогу я камеру засунуть к нему в клетку? Поснимать жизнь Пипы изнутри. Ника, не мешай мне. Ника, без тебя разберусь. Вот, мы внутри клетки. Пипа тебя скрывает. Скрывает. Снимает скрытая камера. Вот так, да. У него здесь, смотрите, очень уютно. Я ему там... Ну вот, позакрывала изнутри все. Вот здесь вот. Даже гамачок вот так вот наверх можно поднять, закрыть. Ну, здесь, в принципе, не обязательно. Пипа, смотри, чей базилик? Твой базилик. Пипа любитель базилика. Пипа, ну вообще все крысы, вот эти вот наши новые, так сказать, любители базилика. За старой командой я такого не замечала. Пипа, киви вообще с ума сходят от базилика. А малые, ну так, едят с удовольствием. С ума не сходят, но едят с удовольствием. Короче, периодически с гамака у него убираю бумагу и даю новую. Но он не любит, когда я так делаю. И здесь вот застилаю эту решетку. Сейчас. Вот здесь, смотрите, как я застелила, я закрепила биндером. Здесь вот оно на этих, как они называются, на булавках. С той стороны оно тоже на булавках. Вот, я поднять не могу. И он, соответственно, не может оторвать. А здесь, ну, последний раз прицепила биндерами с трех сторон. Он что-то как-то вырвал. Как-то он сильно старался, видимо. Здесь он кушает. Тарелка, конечно же, пустая. Обычно я ему здесь застилаю хоть что-нибудь, хоть туалетную бумагу там на вечер, и он сидит на туалетной бумаге, ну а потом забирает ее к себе наверх. Что вам еще рассказать? Что рассказать? Пипа у нас зверь одинокий. Ему бывает холодно. Поэтому у него такой густой мех. Самый густой мех из всех. Он эволюционировал срочно, как Криль в каком-то мультике, забыла в каком. Вот здесь у него пока такие опилки, экономлю, короче, кукурузный наполнитель и взяла ему обычные опилки. Надеялась, что они не сосновые, нет, они опять-таки сосновые, но хорошо, что Пипа у нас не аллергичный. Опа. Что это ты как-то свалился? Да? Зверя. Мне тебе сейчас нечего дать. Что там? Куда ты идешь? Ух ты, мой хулющий зверя. Всю жизнь, в общем, жил на таких опилках, поэтому я особо... Ну, бывает... На кукурузных он живет. Ну, в основном экономлю, потому что дорого. Сейчас на три клетки, даже не на три, еще на хомячка и на мышей надо. Вот, а внизу тоже последние гранулы, которые у меня оставались внизу у него. Внизу он только какает, да? Здесь он почти не какает. Это у него все вот семечки просто.
букет семечек. Куда ты пошел? Зверь решил погулять. Ну и что еще вам хочу сказать? У него включился режим Плюшкина. Часто старики страдают, ну вообще старики, я не говорю старики-крысы, старики-люди часто страдают таким. Им нужно накапливать, они радуются тому, что они накапливают. Что бы это ни было, у каждого это свое. Короче, Пипа радуется тому, что он накапливает еду. Он экономит зерно. Только кашу он ест целиком. Не знаю, наверное, он понимает, что кашу ты ни вниз не снесешь, не положишь. Наверное, не совсем дурак. Ну, короче, кашами вот поэтому приходится его кормить. Зерно он экономит, он немножко похудел из-за того, что он экономит. Давали, даже вот проверяли, давала ему кусок печенья, он его снес вниз, положил в угол, порадовался, попрыгал, кусочек откусил и ушел. И ел он его очень долго. Ну, короче, поэтому он начал терять вес. Был там один момент, уже после 2 лет, он начал весить, сейчас, начал где-то грамм 400, по-моему, то ли 401, то ли 402, что-то такое было. Сейчас проверим, какой у него вес. У него уже был 370 вес последний раз. Давай, Пипик. Давай. Ну, еще не так плохо, нормально. 364 или 5. 5 грамм, как бы мы еще потеряли. Ну, нормально, это нормально. Не все так плохо, но тем не менее для мальчика, вообще вот для крысы, для пацана, нормальный вес от 400 грамм. А Пипка вот только к 2 годам достиг веса 400 грамм. Как бы дошел до цели, типа, ну на тебе. И после этого начал опять худеть. Старикан. Ты старикан? Ты старикан, Пипка? Ну что ты творишь? Метит он меня, метит. Ах ты, злюка, ах ты, злюка, ах ты, злобный зверь. Ну хватит вылазить, ну рано еще гулять, рано. Еще Костя не пришел домой, рано еще. Сейчас, может, грызанет меня, а? На камеру. Грызанешь меня на камеру? Нет. Расстроили Пипу. Ну вот. Ну вот. И распсиховался. Не смог вылезти. И распсиховался. Сразу разозлился, что не смог вылезти. Скользко, да? Скользко на опилках. Ничего, упражняйся, Пипа. Расстроился малыш. Ника, что это такое? О, молодец, молодец. Ты просто не старался. Все у тебя получается. Да, мой хороший? Ой, Ника, ой, укусит. Ой, Пипа укусит за носик тебя. Ну вот. Нога достаточно далеко от клетки. Все, он реабилитировался. Он показал, что он еще не старик, что он все может. Ну что, Ника, пускай гуляет? Или что, или как? Да? Ну пускай походит немножко, ладно. Еще как бы рано, еще вон за окном светло. 4 вечера только. Ой, Ника укусит. Ну, пошел в игол Пипы. А вот он где. Что ты тут делаешь? Черный нос. Я вам расскажу, что он тут делает. Он метит стол, конкретно метит стол. Прям он лужи оставляет на этом бедном несчастном столе.
И вот то, о чем я говорила в прошлом видео про крыс, что киви гадит на зло, и что вот этот гад гадит на зло. Вот вам, пожалуйста. Ну, потому что они хотят быть единственной крысой в семье, что Пипа, что киви, видимо, так. А я забыла убрать покрывало отсюда, и, конечно же, он его пометил. По-любому. Ладно, покрывало уберу. И пускай пока сидит на диване, если не хочет домой. Кстати, на диван он залез сам, хочу заметить, чтобы вы не думали, что он очень старый и немощный. Да. То в клеточке что-то он после сна, что-то лапки там, может, затерпли, не знаю, что-то не получилось. А так нет. Нет. Мужчинка в самом соку. Да, в собственном соку. Худосочный такой. Такой маленький. Ты мой такой маленький. Но не что он маленький, это не значит, что он не страшный. Да, Пипа. Самые известные гангстеры были небольшого роста. Пипа. Помаши лапкой, всем пока. Помните, я говорила, светло еще за окном. Вот уже темнеет. Было 3:30, уже 4:30. Пипка начала засыпать на диване. Хлёсий такой. Хлёсий. Только притворяется плохим и злым. Идём. Оставлю его пока, пускай спит. Пока он не хочет слазить. Пускай себе отдыхает на диване. Хотя на кухне сейчас теплее, вообще-то, потому что я только вот выключила духовку, там хорошо. Там запеканка спеклась. Ну ладно. Не получилось. Пока я пыталась установить камеру так, чтобы его было видно. Ну ладно. Пускай зверь пока еще погуляет.